Рошаха. 12 октября 1985-го. Собачья туша в переулке Путру. След шины на разорванном брюхе. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улицы — продолжение сточных канав. А канавы заполнены кровью. И когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь, похоти и убийств вспенится им до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят наверх и возопят. Спаси нас. А я прошепчу. Нет.